Знаете, у современного человека все есть. Ну, плюс-минус. Ну, то так хорошо, как вот мы живем сейчас, но человечество не жило никогда. Понятно, что есть разные ситуации, разные обстоятельства там и так далее, но в целом жизнь стала лучше. Но все страдают. Вот. Возможно, даже больше, чем в прежние времена. Тут сложно проверить, но есть такой риск. И вот вопрос, а чего же им не хватает? Чего вот они с жиру бесятся? Вот. И у меня на это только один вопрос, ответ. Им не хватает тепла. В мире, в нынешнем, очень не хватает человеческого тепла и участия. Мы, как ни крути, люди, которые нуждаются в том, чтобы нас любили. Мы из детства все несем ощущение того, что нам мамы не хватило. И папа черт с ним, как-то непонятно. Вот. А мамы не хватило. Не хватило тепла, участия, забот. Если бы ребенок с детства получал больше тепла, его можно хоть пороть. Я вот прямо как бы, если засранец, ну, я не призываю. Я теоретически рассуждаю. Вот. Мы будем более счастливы, если бы нас даже пороли, но при этом мы бы всегда чувствовали тепло. И вот мы сейчас взрослые дети, сейчас все же какие-то дети, очень все как-то в какой-то детский сад, честно говоря. Вот. И нам по-прежнему не хватает этого тепла. Я бы вот это назвал бы комплексом матери. И мы сейчас все этим комплексом очень страдаем. Вот. И нужно просто понять, что вокруг вас люди, которые точно так же страдают от комплекса матери. Психоаналитики считали, что все, значит, страдают от эдипового комплекса. Вот. Я предлагаю сейчас всем осознать, что мы страдаем от комплекса недоданного нам тепла. И учиться его в себе производить, учиться его давать, и учиться его брать с благодарностью и без ощущения подвоха.